Без сомнения, главной интригой чемпионата Эстонии, состоявшегося на выходных, стало выступление фигуристок в одиночном катании. Заранее невозможно было предсказать, кто станет победителем, так как шансы спортсменок были примерно одинаковыми. Елена Глебова в этом сезоне находится в хорошей форме и успешно выступает на международном уровне. Герли Лейнамяя очень хорошо выступила в юниорской серии этапов Гран-при, так что борьба обещала быть интересной. По итогам короткой программы Герли обгоняла Елену более чем на 2 пункта, и это заставило болельщиков следить за ходом соревнования, затаив дыхание. Да и по признанию самой Глебовой, для победы пришлось выложиться в максимальной концентрации сил. Ну, это был один из самых сложных, наверное, моих чемпионатов Эстонии. Во-первых, я не была на 100% подготовлена, так как 2 недели до соревнований травмировалась, упала на тренировке, подвернула ногу и 6 дней не каталась, потом несколько дней еще прыгать не могла. Mm-hmm. Поэтому, ну, естественно, было плохо подготовлено и выступала только на характере и на том, что было натренировано там месяцы назад, а не именно на той подготовке, которая была до соревнований. Mm-hmm. Вот. Ну и, во-вторых, конечно, то, что вот если бы что-то не так, то вот сезон был бы закончен, и вот, как бы, конечно, пыталась это из головы выкинуть, что сезон не может еще закончиться в декабре, что надо выступать, надо выигрывать, и чтобы попадать на все главные соревнования. Многие спортивные обозреватели отмечают, что Глебова оказалась вновь на вершине успеха после смены тренера. Долгие годы она занималась под руководством известного тренера Анны Леванди, и вот уже полгода работает в США под руководством Игоря Кроковца и Грега Маурицы. Теперь жизнь эстонской спортсменки напрямую связана с Америкой, и до Олимпиады в Сочи Лена не собирается ничего менять. По ее словам, тренировки в США проходят в режиме нон-стоп и требуют большой отдачи. И не только в смысле физических сил, но и финансовых затрат. Впрочем, с частью из них помогает справиться Эстонский союз фигурного катания и конькобежного спорта. Ну, во многом. И морально, и денежно, и так далее. И, конечно, очень важно и то, что оказывает помощь при организации тренировок, при организации соревнований и так далее. Это вся наша работа как раз. В ближайшие дни Елена Глебова намерена отдохнуть, а затем вновь приступить к усиленным тренировкам перед участием в чемпионате Европы в Шеффилде, которые состоятся в январе. И кто знает, возможно, полученные результаты откроют ей дверь и на чемпионат мира в Ницце. Елена Соломина, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.